بد بر روی روح شیم که نخیل بگنی ده وجای می سمیا شمای و فرزندها سرا دخترا کلینا نویرا خدا اندا خشتا و روی دوستا Говорят наши мудрецы, не имеет значения, в каком возрасте родители покидают этот мир. Всегда больно. Всегда эта утрата чувствуется. И день за днем она будет чувствоваться все больше и больше. Говорит книга «Хинух» — это одна из причин, почему единственная митва из 613 заповедей нашей Торы никогда не кончается ее исполнение. Это уважать и чтить родителей. Любой наш закон, любой наш праздник имеет определенное время. Даже веселый, основательный наш праздник Песах. Было 8 дней, и он закончился. Но уважение родителей, оно начинается с ранних лет, никогда не заканчивается. В особенности подчеркивают наши мудрецы и говорят, после того, как человек теряет, дети теряют своих родителей, там еще больше надо детям работать. Почему? Потому что при жизни человек слышит спасибо, человек слышит благословение своих родителей. Он как-то может почувствовать и услышать, довольны они или нет. Может исправиться, но после 120 лет, когда физически они не рядом, человеку, детям надо больше работать, больше делать, чтобы действительно помочь душе усопшего родителя. Сегодня, когда с утра позвонил мне уважаемый